Всем привет! Сегодня мы пробуем первый раз банан! Да. Ура! Завтра нам полгодика, да, Дося? Завтра мы будем невкусный кабачок пробовать, ну а пока сегодня соточку бананчика. Бананчика на ложечку. И папа очень хотел кормить Ангелиночку, ну вот да. Я ему даю эту возможность, он как раз и кормит. Загадывай желание. Наш первый мини-челлендж. Пробовать банан. Принципиально хочешь съесть всю ложку. Ну как? Быстрота? Тебе нравится? Вкусно? Нравится? Или мамина малочка лучше? Как тебе рассказывать? Вкусно? Вроде бы силы, бананчик. Вы меня отвлекаете, задаете вопросов кучу. Я еще не распробовала, вам уже надо что-то сказать. А наш тяник сидел уже, поэтому. Как тебе? Кукла. Что скажешь? Там же ничего нет. Ты уже все съела. Да? Ну, дайте пооблизывать хотя бы ложку. Вы забираете ложку. Я хоть оближу. Нет, папа, новую мы договаривались только эту и ну, все. Нет, честь. Никакого праздника сегодня нету. Все, Дося. Облизывай пустую ложечку. Да? Ням-ням, вкусно, тебе мы понравилось. Ты наверняка загадала хорошее желание. Вкуснятинка. Всем-всем, мы тебя любим. Да, мы тебя любим.